Всем привет, меня зовут Настя, и да, это покупки сайта AliExpress. Я знаю, что вы давно ждали, потому что уже почти 100 человек отписалось от меня, потому что их не было очень давно, прям, ну очень. Так что сегодня будет много покупок, и они, как всегда, классные, и я почти всем довольна. Я это видео немного оттарабанила, как будто без души, так что, если что, извините, лучше смотрите мои влоги, я там больше какая-то настоящая, когда я рассказываю о покупках, я не такая вдохновленная, наверное, из-за того, что я уже давно получила данные посылки, и вся радость от них уже давно прошла. Вот, так что, если что, извините, но я думаю, что всем понравится мой обзорчик, потому что покупки реально классные. И перед тем, как начать, я хочу рассказать, что у меня своя группа ВКонтакте. Кто не знает, подписывайтесь, я там выкладываю ссылки на все товары сайта AliExpress, которые я считаю, что они классные, либо у них хорошие отзывы. Я считаю, что это стильные какие-то вещи, интересные, дизайнерские какие-то тоже штуки. В общем, подписывайтесь, не теряйтесь. И, конечно же, ссылка в описании под видео. Начнем с дорогих покупок, потом продолжим более такими дешевенькими покупками. Начнем с того, что это будет куртка. Куртка я заказывала, правда, не себе, но это размер L. И да, на свитер она мне была бы отличная, если бы я хотела брать такую же куртку для весны. Я бы взяла все-таки свой размер S. Вот, либо если на толстовку, то M. Но L отлично будет сидеть именно на свитер. Либо такая немного оверсайз куртка, потому что она прям немного великовата мне, но очень круто сидит, очень классного качества. Такая коллекция была у магазинов Zara. И да, AliExpress шили такие же куртки, и они очень хорошего качества, все быстро приходит. И я 100% советую этого продавца. У него еще есть много моделей, так что советую присмотреться. Ссылка в описании под видео, как обычно. Продолжим с покупками. Следующая покупка была вот такое вот платье. И платье безумно крутое, оно теплое. Да, оно не дешевое, но оно очень классное, потому что я у себя в городе не видела такого качества платья. И если бы они, наверное, были, они бы стоили в раза три дороже, чем это. В составе есть шерсть, грив, и оно такое теплое, оно такое мягкое, оно просто сидит идеально по фигуре. Оно просто идеальное. Мне кажется, что без разницы, беременная вы или просто худенькая, или чуть поправились, это платье на все времена, потому что оно такое как тянется просто во все стороны, и, мне кажется, подойдет любой девочке это платье просто на любой случай и на любую фигуру. Если вы купили, когда вы были худая, а потом поправились, а потом забеременели, это платье будет всегда с вами. Я взяла вот такого черного цвета, и я безумно довольна, я жду, когда будет зима, я буду ходить в нем, потому что я поняла, что просто постоянные джинсы мне настолько надоели, постоянно в них сидишь, они тебе где-то жмут, еще что-то, они антисексуально выглядят, а те, которые сексуально выглядят, либо красиво на вашей фигуре, скорее всего, вы не можете в них нормально есть, нормально сидеть, поэтому я все-таки ушла платье и юбки, и я жду очень, когда наступит холода, чтобы надеть это платье. Ну так продолжим, а продолжим мы с вами ювелиркой, это серебряное украшение, я частенько вам показываю серебряное украшение с данного сайта, даже на мне сейчас вот такое колечко очень крутое, и вот еще одно колечко, вот я, кстати, забыла надеть, на большой пальчик я надела, обожаю их украшения, мне прислали в этот раз сережки с такими камушками, они безумно стильно смотрятся, они очень классно дополняют образ. Они такие аккуратные, красивые. И также мне прислали три колечка. И каждое колечко по-своему как-то обыгрывается. И, если честно, то больше всего мне, наверное, понравилось все-таки кольцо, которое с черепками. У меня покупок реально много, и я думаю, что самые дешевые побрякушки я оставлю на конец. Побрякушки, которые может позволить себе даже ребенок. Там просто за доллар я заказывала такие красивые украшения, что девочки меня спрашивали, ой, это подарок, это золото. Нет, это просто AliExpress за сущие копейки, за доллар, за 2 доллара. Но я покажу вам позже, просто спойлерю. Не смогу выговорить это слово, честно, спойлер. В общем, немножечко. И чтобы вам было поинтереснее, приступим к следующей покупке. Это была палетка. Палетка теней, потому что, блин, AliExpress ставил делать классные тени. И так как я в жизни очень редко использую цветные тени, больше использую для видео, для фотографии, для вдохновения. Хотя и
В последнее время, я помню, даже выходила все равно на улицу с цветными тенями, но опять же по настроению. Я видела эту палетку у Urban Decay, и она полностью слизана с Urban Decay, но Urban Decay стоит 5000 рублей плюс доставка, и, конечно, там будет очень такая мощная упаковка, но опять же, я знаю, что я просто буду использовать ее для того, чтобы изредка накраситься и даже не использую ее до конца срок годности. Поэтому я взяла такую палетку, и она отличная. Она просто офигенной пигментации, она не сыпется, тени крутые, стоят вообще сущие копейки, и упаковка такая, такой как бы бархат немного похожий, какой-то силикон. В общем, очень приятно брать в руки, это все хорошо сделано, очень все заупаковано было, так что ничего не повредилось, и все было упаковано в такую пленку, что когда ты ее снимаешь, ты чувствуешь, что твою палетку никто не трогал вообще руками даже, потому что все так заупаковано полиэтиленом, именно как с завода. Вот, так что я вам советую очень присмотреться к данной палетке, она отличная, она очень красивая, имеет цвета, оттенки, хорошие свотчи, я вам сейчас сделаю и на руку, и пальцем, и кисточкой, она просто идеальная. Также я заказывала себе вот такую щетку для лица, это подделка под Форео... Что-то такое, Форео Луна, по-моему, называется эта щетка. Когда ее блогеры начали активно пиарить, в основном около полмиллиона подписчиков, либо девочки в Инстаграме с миллиона, с двумя миллионами подписчиков, пиарили эту щетку, я думала, блин, может быть, она и правда классная, посмотреть бы, сколько она стоит. Она стоила 18 тысяч, маленький размер, если больше, еще дороже, я поняла, что 18 тысяч, это можно сходить не один раз к косметологу, а я живу в маленьком городе, и здесь цены не такие, как в Москве. И я отложила данную покупку, а потом увидела на сайте AliExpress просто офигительные отзывы, и я поняла, да, мне нужно заказать, она стоит всего 4 доллара. Я заказала, и я поняла, что я получила то же самое, что и показывали знаменитые блогеры, у которых по полмиллиона подписчиков, и щетка за 18 тысяч. Она такая же, она идентична, просто идеальная, такая же, у нее хороший силикон, она ничем не пахнет, у нее есть зарядка в комплекте, у нее хорошая упаковка была, даже вот в подарок я своей маме тоже заказала, и ей подарила эту щетку. Данная щетка, я бы вам не сказала, что она прям супер очищает лицо, она такая, если корисоник подходит больше для более такой грубой кожи, то для вот моей кожи очень тонкая, корисоник 100% не подойдет из-за того, что у меня очень тонкая кожа, а данная щетка просто отлично справляется, мне очень нравится с ней умываться, мне, моя кожа кажется чище от этой щетки, и что мне больше всего нравится из-за того, что я могу выбирать вибрацию, интенсивность вибрации, то, что она делает мне массаж лица, и, как вы видите, я не знаю, как бы вам сказать, я чувствую лифтинг какой-то после этой... Это как массаж лица, только в домашних условиях, такие вибрации, очень классный эффект дает, кожа как-то подтягивается, овал лица подтягивается, в общем, она крутая, я очень советую приобрести данную щетку, потому что просто 4 доллара, и вы можете ее помыть потом, поставить, зарядить, и мне кажется, что она достаточно долго прослужит. Еще с другого сайта я заказывала такой декор для дома, в общем, это капшоп, наверное, называется, это подставка для горшка с цветами, если вам надоели ваши горшки с цветами, если они у вас не совсем модные, не знаю, не совсем классные, и сейчас есть, конечно, куча классных бетонных всяких в интерьер, но это все достаточно дорого стоит, это такой бюджетный вариант для классного декора комнаты, если вы хотите скрыть как-то горшок от цветов, то это отличное решение, если у вас какие-то пальмовые растения из Икеи, то это суперски подходит. Заказываю, правда, с другого сайта, но все равно ссылку оставлю. Мне безумно понравилось, просто классно выглядит. Я заказала размер поменьше, там есть также большие размеры, у кого какие большие растения. Вот я планирую оставить туда что-то поменьше. В этот раз я заказывала много классных украшений и на шею, и на ножку, и на ручку. Вот, в общем, начнем с того, что самое первое мое любимое украшение, когда оно появилось у меня на шее, очень много девочек спросило, откуда оно. И да, на сайт AliExpress, оно шикарное, оно красивое, оно привлекает внимание, оно просто офигенное для лета, для весны подходит. Я просто, когда увидела на сайте, я влюбилась, сразу заказала, очень быстро пришло все, я надела и просто... 3 дня где-то не снимала данное украшение. Также я заказала такой чокер и браслет на ножку со звездочками. Вот, я
Люблю украшения на руках носить более дорогие, золотые или пандоры, но на ножку как бы мне жалко надевать золотые украшения, за то, что я боюсь потерять, поэтому я всегда заказываю на ножку бижутерию. И одна у меня со звездочками золотая, под чокер золотой, со звездочками, и второе украшение такое в серебряном цвете. Очень круто смотрится. Не знаю, мне кажется, браслет на ножку это так по-летнему, так женственно, и как-то даже, не знаю, очень изысканно и деликатно смотрится. Я обожаю браслеты на ножку, и вообще это сразу такое летнее настроение, да, уже первый день осени, и, наверное, я поздно об этом рассказываю, но присмотритесь на следующий год. Либо, может, кто-то лето, о, точнее, зимой поедет на море. Единственная покупка, которая меня разочаровала, просто потому что мои руки очень худые, очень сильно похудела. Я сейчас делаю упражнения всякие и даже отжимаюсь, только чтобы немного подкачать руки, потому что жир совсем не липнет на меня. И данное украшение мне, конечно же, большое, оно хорошо смотрится на моей маме, но оно очень красивое, если у вас не такие худые руки, как у меня. И мне в последнее время даже XS стал большой, это просто какой-то кошмар. Вот, но я надеюсь еще поправиться, конечно же, восстановиться. И данное украшение очень красивое, недорогое, классное. Оно оригинальное, я не видела такие у себя в городе. И мне кажется, просто летом на загар с белым платьем вы будете выглядеть как какая-то богиня. В общем, присмотритесь к данному украшению, очень классное и всем советую. На этом мои покупки заканчиваются. Всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, кому понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую. Пока-пока. Скоро будет намного больше обзоров сайта AliExpress. Не отписывайтесь от меня уж, я вас очень прошу. Минус 100 человек почти, просто вы с ума сошли. Как так можно? Я думала, мы уже сдружились и привыкли друг к другу за столько времени, за столько лет. Вот, так что не отписывайтесь. И также не забывайте про мой инстаграм. Я там в онлайн-режиме. Если кто скучает по мне, то welcome.